Здравствуйте. Здравствуйте. Я не поняла. А вы что, новый семейный психолог? Да-да, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. А где же старый психолог? Я к нему ходила со своими проблемами каждый день. Видите ли, он повесился. Да вы что? Да. Шаль, теперь я буду ходить к вам. Хорошо. Вот моя проблема. Заходи, проблема. Здравствуйте. Здравствуйте. Сволочь такая. Все нервы мне истрепал. Так, одну секундочку. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Так, ну хорошо. Расскажите мне, с чем вы ко мне пришли? Я? Ну, вы, допустим. Да с дурой пришел, не видно, что ли? А ну заткнись, сволочь такая. Терплю его из последних сил. Так, дорогие мои, пожалуйста, успокойтесь. Скажите мне, чем я могу вам помочь? Помогите материально. А ну заткнись. Вы понимаете? Да. Когда мы поженились, наши родные пожелали нам жить долго и счастливо, и умереть в один день. Но я чувствую, что эта сволочь умрет намного раньше. Вот видите? Видите? Так, подождите, пожалуйста. Подождите. Скажите мне, как давно у вас начались проблемы? Я скажу. Значит, 30 лет... Проблем никаких не было. Нет. Да. Ни у меня, ни у нее. Да. 30 лет не было проблем. А потом мы встретились. Еще одно слово, гад такой. И я тебя избавлю от лишних зубов. Видите? Так, одну секундочку, а вот здесь мне интересно. И часто у вас в семье бывают рукоприкладства? Да, или... боже, упаси голос. Послушайте, дорогие мои, а я хочу вам задать еще один вопрос. Правда, может вам показаться несколько нескромным. Если на эту тему, то я сразу скажу. Я хоть человек и простой, я стесняюсь, я постесниваюсь. Ну, хорошо, раз вы такой стеснительный, тогда давайте заменим это, допустим, словом «борщ». Скажите, как часто у вас с женой бывает... борщ. Да какой там борщ? Баланда одна. Я скажу, как есть. Я люблю борщ наваристый такой, знаешь, с сальцом такой, с пампушками такой, знаешь, со сметанкой. А она вообще готовить не умеет. Подождите, дорогие мои, вы меня запутали своей кулинарией. Я не это имел в виду. Я имел в виду, когда последний раз у вас был... В субботу. В субботу? Да. В субботу? Как в субботу? В субботу я был в гараже. Я в гараже был в субботу. А с мужем? Что смотришь? Субботу, да, в субботу собирались, но не получилось. Правильно, не получилось, потому что я целый день в гараже был. Я аккумулятор ремонтировал, ты об этом знаешь. У меня там, честно говоря, проблема. У меня, значит, клеммы к аккумулятору нормально подходят, искра идет вот к фаре, ну, фара света не дает. Ну, не дает света, и все, не дает света, и... Только через час света дала. В смысле, дала свет фара. Фара дала свет. Ну, что ты смотришь? Клеммы соединились. Подожди. Смотрит она. А вот тут я что-то не поняла. Ты о чем? Ты никогда в аккумуляторах не понимала. Так, подождите, дорогие мои, подождите. Вы меня запутали своими аккумуляторами, гаражами. Я не об этом спрашиваю. Я вас спрашиваю, когда у вас последний раз были интимные отношения? Подождите, я сейчас календарь гляну. А, ну да, пожалуйста. Я все отмечаю. Да, пожалуйста. Так, сейчас. Да. А нет! Не,
надо за прошлый год. Правильно. Правильно. Вот. По этому поводу понимаете, и поем. Понимаете, дорогие мои, понимаете? Вот в этом и есть корень ваших проблем. В этом и есть корень проблем, конечно. В этом корень проблем. Дело в том, что, понимаете, я не могу с ней жить. Не могу я с тобой жить с тобой. Подождите. Не могу. Скажите мне, пожалуйста. Не могу. Послушайте меня. Меня послушайте. Как вас зовут? Сволочь! Подождите, я не вас спрашиваю. Как вас зовут? Видите, по-разному. Василий меня зовут. Вася по паспорту. Да? Да. Да. Василий, пожалуйста. Для меня это открытие. Успокойтесь, открытие. Успокойтесь. Василий, я вам, вы понимаете, вы должны принять... Я? Я принял еще до этого. Если бы я не принял до этого, я бы сейчас вообще не воспринимал здесь ничего. Да я не об этом говорю. Подождите вы, не перебивайте меня. Я говорю, что вы должны принять свою жену вот такой, какая она есть. Понимаете? Да, да ладно. Да. Потому что вот мы иногда в чужом глазу замечаем соринку, а в своем не видим и бревно. О, а я как раз в своем глазу это бревно вижу ежедневно. Бревно! Сам ты бревно! Сам ты бревно! Без сучка! Без задорин! Да, да, да! Подождите, а вот у меня идея. А давайте мы с вами сейчас поиграем в ассоциации. О, а? Я люблю игры! Не с вами, девушка, а вот с вами, Василий. Вот смотрите. Кина! Пожалуйста, меня слушайте. Я вам буду сейчас говорить слова, так. А вы говорите первое, что придет к вам в голову. Да? Итак, начнем, да? Да. Угу. Семья. Шуба. Угу. Супружеский долг. Шуба. Брак. Так шуба, шуба, шуба. Подождите, Василий, ну почему у вас на все слова о семье одна ассоциация шуба? Да потому что писец. Похоже, я понял, в чем ваша проблема. В вашей семье не хватает ласки. Правильно, доктор, правильно. Я ему сколько раз говорила, мне нужна шуба из ласки. А ты мне что принес? А чем тебе хорек не нравится? Да, есть небольшой запашок. Амбрецо идет, да. Но я в комплекте тебе подарил духи сирень. Подарил. Очиститель воздуха, да? Так, послушайте меня, дорогие мои, послушайте меня. Какие? Вы не о том, и меня дослушайте, пожалуйста. Какие? Понимаете, Василий, женщине нужно говорить комплименты. Вот сейчас не понял. Ну, например, ты у меня самая красивая в мире. Да ладно? Да, да. Ты моя самая любимая. Ой. Ты сметанка в моем борще. Ой. Ты кусочек сала на моей горбушке. Ой. Шкварочка моя. Пампушечка моя. Пельмешечка моя. Я столько не выпью. Да, ну, перестаньте, ну, жрать же хочется. Вы хоть раз в жизни своей жене цветы дарили? Какие там цветы? Здрасте. А на годовщину букет? Не букет, а венок. Да цветы же. Бумажные. Пластмассовые. Еще лучше. А то поливать послушайте, не надо. Слушайте, дорогие мои, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Я сейчас могу уйти. У вас очень просто решается проблема. Вам нужно просто уделять друг другу больше внимания. Понимаете? Вот смотрите, вот я, например, свою жену вожу в театр. В кино, в ресторан. Дарю ей подарки. Покупаю ей цветы. Говорю ей комплименты. И мы с ней живем душа в душу. Понимаете? Мы живем душа в душу. Душа в душу. Душа в душу. Всю душу мне вымотала, зараза. Дай денег, дай денег, дай денег, дай денег. Сил моих больше нет. Вынеси елку, вынеси мусор, прибей полочки. И одно слово, нам не 10 слова. Нам где табуретки в челюсть. Жить больше не хочется. Я хотел уже повеситься. Так, у нас потолки низкие, я все время головой не упираюсь. Хотел с балкона прыгнуть, так мы на первом этаже живем.
Шуба, господи, когда это кончится, кошмар. Васюня, а ты знаешь, по-моему, у нас не все так плохо. Надя, я тебе сразу говорил, не надо к ним идти, понимаешь? Да. Их самих лечить надо. Наденька, а? Шкварочка моя, за тебя. Может, пойдем домой отсюда? А? Пойдем, пойдем. Я тебе такой борщ приготовлю. С пампухами? Да. Пошли. Обещаю? Пошли, пошли, пошли со мной. Пошли. Так, твердорыловы. Вычеркиваю. А что, моя новая метода работает? Следующий.